Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители, подписчики моего канала, готовим сегодня очень вкусную семейную пиццу из трех начинок. Готовится буквально за 20 минут. И очень вкусная пицца у вас на столе. Если тема близка, интересна, начинаем! Для приготовления домашней пиццы понадобится просеянная мука. Я ее заранее просеяла, отправила в глубокую миску. В этой миске я буду замешивать тесто. Понадобятся также сухие дрожжи. Вот так хорошенько перемешиваем дрожжи с мукой. Распределяем сухие дрожжи в муке. Понадобится также 180 грамм воды. Вода кипяченая и слегка охлажденная. Температура воды 50 градусов. Отправлю воду в миску с мукой. Вот так хорошенько замешиваю. И сюда же добавлю сахар для баланса вкуса, соль и растительное масло. Замешиваем мягкое, слегка липнущее тесто. Я вымешивала тесто ровно 2 минуты. Вот получилось оно таким гладким и не прилипающим к рукам. Теперь это тесто мне нужно раскатать. Раскатываем в тонкий плоский пласт теста на ширину и длину нашего противня. Теперь нам придется приготовить соус. К кетчупу я вылью столовую ложку соевого соуса и добавлю базилик. Все перемешаю. Получается ароматный и очень вкусный соус для пиццы. Попробуйте. Рецепт прост, но вас удивит. Дам соусу настояться пару минут. На раскатанный пласт теста, на нашу будущую пиццу, отправлю соус. Распределю ровным слоем по всей поверхности теста. В это время у меня уже нагревается духовка. Температура разогрева 220 градусов по Цельсию. На нанесенный соус отправлю лук, нарезанный полукольцами. Распределю по всей поверхности теста. Лук придаст свежести и сочности нашей пицце. Визуально делим пиццу на три части и распределяем три вида начинки. Первый вид – это колбаса салями. Отправляю на тесто. Сверху или между колбаской отправлю небольшие кусочки томатов. Запеченное куриное филе я порву на волокна. И отправлю вторым видом начинки. Сверху на куриное филе отправлю полудольки помидор. Третий вид начинки у нас болгарский перец, нарезанный вот такими полосками. В конце пиццу обильно засыпаю сыром моцарелла. Отправлю нашу пиццу запекаться при температуре 220 градусов на нижний уровень без конвекции ровно на 10-12 минут до полной готовности. Встретимся с вами через 10-12 минут. В сегодняшнем видео, мои дорогие, мы вместе с вами приготовили очень быстрое тесто для пиццы. А из теста приготовили очень вкусную, сочную пиццу из трех начинок. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся!